кого-нибудь. Всем привет, вы на канале Аленка. Смотрите, какого крокодила вывели. Забодаю сейчас всех. Надо сейчас Пэта выбрать, чтобы он плавал с нами. Так, я вот думаю, может... Хотя не, это, вот эти не будут плавать, это и хорошо. Они будут летать? Да. Это кто, летучие мыши? Да. Пошли. В болотистую саванну. О, у меня семья такая на крокодилах. Небольшая, конечно. Ух ты, какой интересный крокодил, да? Угу. Смотри, вот этот скин. Тут есть босс такой. И у него такой скин. Поплыли. Я люблю тут плавать. Я иногда тут... Скажи, просто... а зачем пэты нужны? Пэты? А чтоб они тебе помогали. Когда у тебя семьи вообще нету, и надо пятый уровень получить. Это вообще удовольствие, Пэт. А, он у тебя только 18 уровня, да? Да. Я ж его почти не прокачиваю, я ж волков прокачиваю только. Ну, короче, мы будем... видишь, они не плавают. Они летают. Да? Да. Я думаю, что мы, знаешь, бегемота победим. Да, бегемота такая, ты знаешь... Животинка, ее не так просто победить. Да для крокодилов легко, не? Да, в живой природе бегемот очень страшные животные. Это что? Ну, вроде бы нормальный. А мы уплываем от тебя, босс. Хотя какой ты босс? Так а что ж ты своих бросила там? Он меня сожрет. Хотя ты. Я сейчас покушаю, тут попью, то есть. Я хочу попить. Вы мне пожрать даже не дадите вообще. Ни один кусочек. Так что жрите давайте что, сами. Съели все, да? Он пить хочет? Ну, или это он плывет в воде? Это он в воде. Смотри, как... Если это... У тебя такой квест, как мы проходили в том видео. Надо, знаете, что делать? Я делаю по-хитрому. Смотрите. Так, подхожу. Ой, крокодил. Что ж нам делать? Все нормально. Нам ничего не надо делать. А, даже воду загнали. Смотри. Смотри, мы их сейчас легко догоним. Да. Ла-ла-ла, мы вас, да, легко догоним. И все, и крокодилам легко их побеждать. Все, ну все. Правда, не всех, конечно, загнали. Сейчас загоним всех в воду. И мы их всех сожрем. А ну, пошла туды. А ну, пошла. А ну, пошла туда. А ну, иди. Мне как будто кажется, что летучие мышки плывут. Ну нет. Ничего себе, какой я кувырок. А ну, сейчас как забодаю своими рогами. Оть. А, он еще так бодается, да? Это так он кусает. Оть, я сейчас как забодаю тебя. Ух, как забодаю. О, скоро я сейчас уровень получу. Надо воды напить. Это ж вам не волк. Это ж вам крокодил слабенький. Я ж его не прокачиваю, я ж волков прокачиваю. А вот кто сильнее, волк или крокодил? Конечно, волк. Ты думаешь? Ну, пока. А если волк упадет в реку? Ну, крокодил. Да? Да. Сильнее. А если крокодил вылезет на берег, волк его загрызет? Ну, как бы сказать, если семья будет, а крокодил один, то точно загрызет. Да нет, нет, крокодил такой бронированный, что его... Туда загоняем, а ну забодаю как. О, бородавочники. Хотя я ж забаданный. Я сам не боюсь. Я лучше напьюсь воды просто. Я хочу этого, за тигра поиграть. Крокодил. Ну ты ж этого, сколько тебе до следующего уровня осталось? Вон сколько, чуть-чуть. Чуть-чуть, так ты уровень получишь. Кстати, если у вас есть календарь, кстати. Ух, как забодаю. Сейчас. Это. У вас есть календарь, когда у вас будет 10, у вас эта игра есть, то когда в этой игре будет обновление, будет тигр. Вы ему, к нему еще можете подготовиться. Ух ты, вот, уровень. Да? Я уровень. И смотри, у меня получается здоровье ж ты. А я тебя не увидела, как ты. Ух, как забодаю сейчас. А ну, пошла. Опять мама, что ли, повысила? Кто-то повысился на... Похоже, это малыш наш повысился. Да? Ух, как сейчас забодаю. Ух, забодаю. Ух. Кстати, пошли к той реке. Ух, сейчас забодаю как. Фух, медленный крокодил. Послушай, смотри как. Я даже ее не могу догнать. Ну да, он по суше медленно ходит.
Быстрее надо. Ух, как забодаю сейчас. Ух, забодай. Забодаю сейчас рогами своими новыми. Вырастил их. Да пошутила я. Не вырастил я. Не, я лучше на ту побегаю. За той. О, бородавочник. Хотя он, это, агрессивный. Давайте. Ух, бородавочник. Ты посмотри, какие у меня рогища. У тебя вообще нет. Тебя смотри, какие маленькие. Смотри, какое у меня рогища. Посмотри. Как тебя разорвало, а? Ух, как у меня рогища какие. Ой, надо сейчас попить воды. И отойду. Просто когда я буду кушать, они все куски съест без меня. Я не смогу восстановить там все. Ух, забодал всех как. Ух, забодал. О. А, хотя пусть живут. Мне это не надо. Ух, сейчас надо газелю прогнать. Не на берег, а то она на берег побежит. Смотри, вон ее родители, а вот. Ух, так тихо, вот так тихо. Тихо подплываем. Ух, поплыли. Западаю как. Смотри, какая она медленная на воде. А мы быстрые. Ух, как забодаю. Ух, забодаю. Все, забодали. А вы шерите. Это вам. Ух, так, где босс? Там мы до босса ушли. Смотри, как он далеко. Но я этого босса, конечно, буду на волках побеждать. Да? Угу. Ю-ху. Где ж тут вся живность? Да всю живность же разогнали. Даже не разогнали. Мы вон сейчас ее загоним. Хотя вряд ли. Сейчас надо так ти-ти-ти-ти, меня не увидят. Быстрее их кусай-то! Эть, не могу догнать! Да ну быстрее же ты, крокодил! Сейчас мы будем тут полчаса эту ловить. Ой, не буду я за тобой охотиться, мне пофигу. Вон, есть еще. Главное, чтобы они на воду не вышли сейчас. Ух, как забодаю, смотрите, какие у меня рога. У вас, правда, побольше, но у меня посильней. Ух! Ух, вы, наверное, боитесь мои красные глаза. Ух, забодаю как. Ух, все. Ух. Пока на воду, на берег не выбежит. Все, я поплыл. Чего вы там не кусаете? Ой. Ну что, к вам бежать? Ой. Что, убежал от них, да? Да, походу... А, нет, сейчас они ее докусают. Фух, я устал за вами плавать. Дайте я хоть и за вас передохну. Ух, рога. Хотя у тебя побольше, чем остальных. Но у меня лучше рога. Ух. Я пойду воды лучше попью из-за вас. А то кто такой бегает? Где? А вот впереди. Впереди это зебра. А этих... Это страусы. Страусы, да. Сейчас мы зебру сами загоним. Она не боится, она добрая. Но если ее укусить, это недоброе. Ла-ла-ла-ла-ла, я вас не укушу. Я вообще-то вас не укусил. Ух ты, слушай, эти твои, как их, летучие мыши тоже кусают. Да они по 50, по 40 кусают. Да. Вообще-то я их просто, знаешь, с волками прокачиваю. И они, да, у меня такие сильные. Зверям они, знаешь, слабым будут, ой, ого-го, помогать. А, ты можешь из разных команд брать... Помощников, да? Да, маленьких. Но он, правда, где-то один. Ух, как забодаю. Ух. Сейчас как забодаю. Ух. Она сейчас не на эту команду не напасть. Ой, сейчас прогоним эту команду. Хотя не прогнали. Ой, я случайно нажала на это. Остановить их. А что это над ней висит такое? Это она останавливается. А, да? Да, сейчас я попью воды. А то у меня скоро закончится. Смотри, он на воде стоит. Да? Сейчас мы тут загоним газелю. Газельку. Не, я тебя не достану. Ну и беги туда. Шты. Дурненько. О, кусай ты эту газелю. А смотри, как я делаю по-хитрому. Ух, рога какие. Ух, смотри, она хочет убежать. А, не дадим. Кто тут еще прокачался? Сейчас, подожди, надо плыть. Так,
и загнать ее. Что твои быстрее прокачиваются, чем ты. Да, то, что у меня больше, лучший уровень, чем у них. Да? Да. Ну, то есть больше. А, ну, стой, а ты... Сейчас, дайте еще на воды напьюсь. Хотя, может, было поесть кусков, но нет. Я знаешь лучше, что сделать. Я лучше, наверное, как бы сказать, воду забегу. Ух ты, какой товарищ. Товарищ нормальный для нас. Он нас не сожрет. Так что, все нормально. Я тебя кусанул хорошо. Ой-ой, кусанул. Ну и что? Вот еще сейчас укусанул. Ой, укусанул. Ну и кусанул, он не кусанул. Это я кусанула. Так что, ничего. Все нормально. Так. А вы того уже победили? Кого? Его потама. Это бегемота. Бегемота. То победили, вот. А, да? Ну, вон еще один. Ну, не съели, да? Ну да, я не хочу есть. Я воды напьюсь. Ух, какие рога! А у тебя вообще рогов нет. Ты лучше отрастай. А то ты плохой. А, он меня не укусил. Смотри, не укусил. Да, он не успел. Это я тебя укушу. Он опять скоро получу уровень. Кстати, мама там какой уровень у нее? О, если я и она получит уровень, мы сможем родить крокодильчика маленького. Так у нее уже 19-й. Надо 20-й, чтобы родить крокодильчика. Понятно. Ух, подожди, тишь вышь. Я тут не успею забодать. Потому что она выбежала. Смотри, успокоилась такая. Все. Все. Ух, я устал. Я лучше пойду попью. Вон, я вижу свою живность хорошую. Я помню самые первые скины. Я вот всегда думаю, что их на воде не видно. Забодаю, забодаю, забодаю. Забодаю. Ух. О, лучше воды напьюсь. У меня там сколько-то зверей все. Вон этого страуса загоню сюда в воду. Главное, чтоб постарались. Хух. Ой. Ух, забодай. Ой, а шо ж вы меня укусили? Я ж ничего не сделала. Зачем? Так ты укусил. Смотри, это мой пэт кусает. Смотри, только он кусал. Ух ты, пэты закусали, да? Да. Только пэт кусал. Еще мама должна получить уровень. Зачем? А сколько ей до уровня? Сейчас посмотрим. Сейчас я ее на нее переключусь. О. А ты за нее будешь играть? Да. Фух, не люблю красный глаз. Он меня все время пугает. Я лучше так охочусь. Когда вижу живность, когда я охочусь. Я, правда, вообще на боссов охочусь. Ну, в этой локации я не могу охотиться на босса. То, что он на воде. Первое, он на воде. И это плохо, потому что это... Кто бегает, там летает, это плохо. Ну, летает, это еще нормально. Потому что, когда бегает, он медленно бегает. Понятно? Uh-huh. О! Здрасте! Как вас зовут там-то? Ой, ло-ло-ло, ой, тихо, чё так вы разозлились? Я же хорошая крокодильщица. Я же за вас уровень получу. Бух. Кто-то получил уровень. Это наш малыш опять. Ты чё меня кусаешь? Я лучше отплыву и попью. И он почти она не съела. Опять сюда плыли. Смотри, вон как мы далеко от дома. Да? Да. У меня уже чуть-чуть вроде бы осталось до уровня. Треть. Понятно. Треть. О, бородавочники. Они в воде сейчас. Это хорошо. Мне надо... Да ну куда вы попёрлись-то? Убегают. Не убегут. В воду забегают. Смотри. А, всё. Тихо. Чик! Чик! Ой-ло-ло-ло-ло-ло. Сейчас, подождите, надо развернуться. Отсюч! Жаль, что у меня нету таких рогов, как у папы.
Смотри, они меня даже не достали. Все. Плавенько. Поплыли дальше. Фух, не люблю ночью охотиться. Что-то тебе, по-моему, ничего не добавилось. Да, добавилось. Да? Да. Так, мы их лучше прямо от побежим. Пусть они прямо бегут. Они ни туда, ни сюда не смогут свернуть. Опля, опля. Правда, мне нет врагов. Ну и ладно. Я и так сильная. Я постою за своего крокодиленка. Я постараюсь 20 уровень получить. Фух, я сейчас это покусаю там чуть-чуть. И пусть они кусают сами. А я пока воды попью. То, что дальше гепард. Я думал, что он не один. Просто я второго не вижу. Хотя, походу, один. А где твоя подружка или друг? И что-то его не вижу. Ой, а что меня кусают-то? Хотя, гепард против гепарда, это, конечно, странно. Да, добавили. Хотя, зачем? Хотя, мне надо кушать. Мне так уровень побыстрее получу. Но я кушать много не буду. Пошли дальше. Я постараюсь сейчас, чтобы она не выбежала на сушу. Быстрее кусай. Ах. Летите, летучие мыши. Ух, какие они медленные по суше. Ну ладно, кусают пусть. Закусали хоть. Вон газель погоняем. Черный. Я крокодил. Надо сейчас и за теми вернуться. Пэты помогать. Хотя мы к тем побежим. О, смотри, почти. Я сейчас кого-нибудь вот эти и за мной прибью и все. У меня уровень будет новый. 20-й. Мы сможем завести крокодиленка. Ну, маленького малыша крокодиленка. Так, старать. А куда ж он там? Вот, видишь? Тепер може завагит не ты, иди спати до свого лігва. Ой, фух. Пойдем поспим. Маза беременела. Ну, это, наверное, будет в следующем видео, как мы крокодиленка вырастиваем. Ладно, всем пока и до скорых встреч.